Ой, я буду. Сегодня шикарный, отличный день. Мы стоим в порту Ла-Скала. Порт на самом деле очень интересный. Здесь живущих на яхте, здесь кроме нас больше никого нет, поэтому у нас полное уединение. Мы по вечерам гуляем. Вот сегодня еще и по утрам Валила меня вытащила погулять. Снимать буду в очках, потому что вчера я полировала свое дерево и увидела, что я, оказывается, так и стала выгляжу. Погода просто шикарнейшая, солнышко. Рядом с нами, кстати, несколько яхт, которые продаются. Раз в год мы обязательно заказываем витамины и протеин на яхту. Это наш стратегический запас. Витамины В помогают нам очень много работать. Они помогают не погружаться в стресс, от них здорово варит голова. Кстати, тут можно добавить еще и глицин и защищает организм от истощения. А у нас очень много забот. Это не только дети, яхта и альтернативный заработок денег. Большую часть времени мы даем нашему сервису для моряков. Протеин у нас всегда есть в запасе, потому что просто на протеине и воде можно замечательно активно прожить хоть 1-2 недели и нисколько не страдать. Либо половину, 50 миллиграмм, 3500, 571% от суточной нормы. Витамин В6, 2929% от суточной нормы. Почему так много? Ну, это, видимо, для лошадей. Ты точно брала его не в зоомагазине? Ну, я думаю, теперь у меня будет еще сильнее торг. Ну, по 3 точно не надо пить. Мы купили вот такую штуку, называется Heat Gun, и я вычитала, что можно очень классно пообновить салон, весь лак в салоне с помощью Heat Gun. Нагреваем, отшкрябываем такой штучкой с насадками и покрываем новым слоем. Немножко полируем, покрываем, очень быстро должно получиться. Переделкой салона. Яхта нам досталась салоном вот из такой ткани. Она похожа на какую-то мешковину, очень хорошо впитывает влагу, поэтому если немножко пролили на нее воды, то она сразу же становится грязной и припускает в матрас. И сами по себе подушки, в принципе, уже в таком грустном состоянии. Вот у нас даже тут что-то такое произошло, паяльник. Переделываю я салон вот в такую новую ткань. Она нам досталась в подарок, как и новые матрасы. Такой новый диван. Все готово. Поехали. Ку-ку, я здесь. А, нет, я здесь.
Привет, я Павел. Я сильно хочу играть и сильно хочу есть. Я хочу всегда играть. Я думаю, что в чистом небе, если не будет вот этой вот дымки, можно увидеть днем вот в такое время, когда солнце садится, когда оно снизу освещает камеру. Что увидеть? МКС, как она пролетает. Надо найти момент, когда она будет пролетать вечером или утром. И возможно взять даже трубу от стола нашу и баллончиком с черной краской она выглядит должна, чтобы она была полностью черная труба, чтобы никакая засветка тебе в глаза не попадала. Приложите, и можно сквозь нее смотреть на небо. Будет. Пока ты на нее наведешь свой зум, она пролетит уже. Но если ты ее поймаешь, это будет шикарно. Ты будешь видеть ее с деталями. Тишина, покой, на водичке тебя тихонечко покачивает. Не знаю, для меня это такая большая разница между домом и яхтой. И мне кажется, я никогда бы не смогла долго жить уже в доме. Один раз попробуешь, уже все, уже обратно вернуться невозможно. Вот многие спрашивают, а что же дальше, когда же вы сядете на суше? Она совершенно не хочет сидеть на суше. Нам настолько нравится на воде. Здесь, если... Здесь подкупает какая-то такая дополнительная свобода. Если ты хочешь куда-то уйти, то ты берешь свободно и уходишь. Все-таки на суше так свободно не переедешь никуда. Тебе нужно решить огромную массу вопросов, придумать, где остановиться на новом месте. А на яхте ты просто поднимаешь якорь, поднимаешь парус, уходишь туда, куда тебе нравится. И все очень здорово и удобно, потому что твой дом рядом с тобой. Тебе не нужно думать, какие вещи тебе с собой собрать или еще что-то. Ты думаешь над тем только, чтобы как, не знаю, если тебе не хватает места, как нам, например, сейчас, как его расширить, сделать его больше, где найти яхту побольше. А так все с тобой. Захотел, пришел в шумный город. Захотел, уединился в какой-нибудь тихой бухте. Захотел, просто в море ушел. Там нет интернета, нет ничего. Идешь себе тихонько под парусами. Ночные вахты вообще особенные. Когда звезды сверху такие красивые. В горах очень красивые звезды, а вот в море они наверное, еще красивее. Я видела звезды в горах высоко. Они там очень яркие. А в воде, а в море они... От края до края. Млечный пруд такой красивый. Вода шумит. Вокруг тебя природа.